Всем привет, дорогие друзья, я Голд, и сегодня я вам расскажу сливы новых обновлений на Amazing Roleplay. Я надеюсь, вам это видео понравится, ты не забывай про мой промокод Голд, который дает тебе кучу шетелей, а мы погнали! Электробус на Amazing RP? Да, вы не ослышались, это правда. Разработчики слили скриншоты новой стоянки автобусов города Южного и новые автобусы, а точнее электробусы. Такие автобусы ездят по городу Москва, но теперь они добрались и до нашей Нижегородской области. Скорее всего, доступны будут обычные автобусы и электрические. На электрическом автобусе будут ездить люди с высоким стеллом. Но это только мои догадки, разработчики могут убрать обычные автобусы на бензине. Но я так и не поговорил про новую стоянку. Возле стоянки автобусов появилась новая разметка, и остановка перенеслась намного ближе к самой стоянке города Южного. Разметка круто вписалась в игру, а Amazing становится реалистичней и реалистичней с каждым обновлением. Новые винилы на автомобиле. Разработчики пока показали винилы только на Audi RS6, а также Audi R8. Винилы есть в анимешном стиле, а также в более спортивном. Эти винилы понравятся каждой категории игроков, но цены на винилы явно не понравятся. И надеюсь, винилы завезут и на другие автомобили. На русских автомобилях ни одного винила нету, пока что на немецких, японских и так далее. Похоже, скоро будут наклейки для машин. Пока что только известно, что на делик можно будет наклеить полоски в виде бренда одежды Gucci и Louis Vuitton. Колхоз тот еще. Дешевые понты просто, я бы так сказал, если бы увидел такой Гелендваген с такими полосками Louis Vuitton или Gucci, как я и говорил. На самом деле, некоторым игрокам это все-таки понравится, но вот мне, допустим, это точно не зайдет. Я просто плюну в этот автомобиль и скажу, ну что это за колхоз? Также в группе разработки Amazing Roleplay разрабы спрашивали, что добавить в меню улучшений персонажа. Игроки очень много вариантов накидали, но я зачту самые популярные, которые могут добавить. Первое — это использовать 5 машин без VIP статуса. Это бы реально зашло игрокам, потому что вот богачи, у которых очень много денег, им не на что эти деньги тратить, потому что 2 бесплатных слота всего лишь для автомобилей. Второе улучшение — модник. В улучшении модник игрок хочет, чтобы при помощи этого улучшения можно было носить намного больше аксессуаров, но особой поддержки от игроков он не получил. Но в принципе, почему бы и нет, разработчики могли прислушаться к игроку все-таки. Да, довольно мало слив обновлений мы получили. Но я рассказал все, что есть в открытом доступе. Примерная дата обновления будет август или конец августа. Но это только мои догадки. Особо ко мне не прислушивайтесь, это лично мое мнение. Ну а с вами был Голд, и надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий, что ты думаешь по поводу нового обновления на Amazing. Ну а с вами был Голд, и всем пока!